Первыми десантируются разведчики, потом группировка, которая должна отвлечь внимание противника. Пока ложный десант сражается, основные силы выдвигаются к аэродрому. Удар из 5 залпов и начинается бой. Черный дым смешивается с белым. По идее учений, после десантирования военные должны захватить вражеский аэродром. Бои идут сразу в нескольких местах. Эти учения самые масштабные в истории ВДВ. В них принимают участие более 50 единиц бронетехники, около 70 самолетов ВКС России. Завершающее испытание проходит система «Бахча», которую используют для десантирования БТР-4М. Учения продлятся до 13 июля. Десантникам предстоит форсировать водную преграду во время передислокации, захватить рубеж и удерживать его для поддержки наступления основных сил. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».